Накануне мы рассказывали, как на улице 2-я Солнечная тягач МАЗ не вписался в поворот и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, после чего скрылся с места ДТП. Очевидцы аварии тут же позвонили в полицию. В нескольких километрах от города сотрудники ДПС увидели этот грузовик и пустились за нарушителем в погоню. Останавливайся! Помог остановить нарушителя впереди идущий фургон. Водитель МАЗа попытался объехать впереди стоящий транспорт по обочине, но скатился в кювет. Полицейские несколько минут ловили виновника ДТП, бегающего по полям. Сомнений в том, что он был пьян, не оставалось. У водителя имелись признаки опьянения. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В связи с чем в отношении него возбуждено административное дело производства. Кроме того, составлены административные протоколы за невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, и оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся. Госавтоинспекция благодарит неравнодушного гражданина, сообщившего полицейским о нетрезвом водителе. Я не нарушатель. В команде сможем договориться? Нет, скажи прямо. 33-летний водитель в результате съезда в кювет не пострадал. Если бы нарушитель и дальше предлагал инспекторам договориться, то мог бы попасть и на уголовное дело за взятку сотруднику УВД.